Всем привет! Друзья, опять очередная поездка на Фазенду. Навалило снежку, надо почистить. Посмотрите, какая красотень сегодня. Дороги еще почистить не успели. Приходится ехать на велике по буеракам. Ладно, погнали. Да, это и весной. Погода нас балует контрастами. То все растаяло, теперь опять снега. Блин, дороги, конечно, мрак. Ну, почти доехал. Это уже радует. Ой, сейчас еще надо пробраться к себе через сугробы. Ого-го. Так, стоп, машина. Ё-моё. А тут-то просто целина. Вообще настоящая целина. Фух, хорошо хоть снег рыхлый. Легко чистить будет. Ну, в общем, зашибись. Все завалено. Браконьеров не было. Фу, наконец-то я пробрался в свою берлогу. Блин, ну поднавалило, блин. Я даже не думал, что так навалит напоследочек. Сколько примерно сантиметров? Ну, где-то сантиков 10 точно. Нетронутого снега. Потому что я уезжал, когда тут все было чисто, колодец. И вот чисто за ночь. Вчера днем-то снега не было. Вообще было как-то по-весеннему. А тут такой катаклизм, блин. Ну что? Надо пробиваться к дровам. Чистить тропинку. Придется немножко полопатить. Благо, снег рыхлый. Почистим. Надо почистить от золы. Прошлый раз топился, натопился. Да, сейчас скажу, друзья, на улице так уже солнышко пригрело. И стало кайфово. Распогодилось. Я думаю, что к обеду вообще будет погода замечательная. Блин, ну зачем этот снег валил только? Вот единственное. Вот так все хорошо растаяло. Но вроде бы как нам обещают на следующей неделе уже придет тепло. И вроде бы даже уже по ночам минусов не будет. Это радует. Так, ребятушки. Поджигай, Махмуд, поджигай. Все, процесс пошел. Опачки.
Пушки. Ну и все, нехай оно горит. Скажу я вам, друзья. Не, ну нормально, нормально. Снег пушистый. Хорошо чистится. Так вот. Ну что, друзья, надо попить кофейку, наверное. После тяжкой работы надо хлебануть. Хлебануть колодезной водички. О, блин, слышу, как снег ползет. Снег ползет с крыш. Друзья. Ну что, джахнем кофейку? Да, красотень. Елисейские поля я почистил. Завтра у нас будет прекрасная погода. Опять обещают солнце. Друзья, как вам не передать, наверное, камера не передаст, какой красивый лес в снегу. Можно было, конечно, брать дрон. Полетать сегодня, блин. Ну разве все приугадаешь? Да и батарейки, наверное, в дроне разряжены. Хотя, пока я здесь шоркаюсь, за час бы подзарядилось, наверное. Ну, я тут много всякого барахла с собой тащил. Еще этот дрон, как бы, некуда было ложить. Ну, может, завтра, если погода будет такая же, солнечная, как обещают, и сегодня все с деревьев не послетает, может быть, удастся полетать. Как-то так. Не, ну погода вообще чудеснейшая. На солнышке так разогрело. Офигенно. Кстати, бочка замерзла. Опа-па-па-па. Надо ее, наверное, расколошматить. На всякий случай. Как вы думаете? Я думаю, что да. Не очень-то и толстый. Фигня тут. Фигня это все. Ничего страшного. Ну что, друзья, прогуляемся на речку. Посмотрим, как там. Красотень или не красотень?
Короче, вот купил новый градусник. Не знаю, видно вам, не видно. Старый весь развалился. Выцвел. Ну, я думаю, что еще придумаю крепление. Может, в теплицу его повешу. Ну, правда, расхождение по температурам. Ого-го. На старом показывает сейчас плюс 2. На новом показывает уже плюс 8. Ну, может, я его в руках держал, поэтому. В общем, сейчас попробуем его приколотить. Как-то так. В общем, как-то так. Сейчас попробуем его примастырить. В принципе, должно все подходить. Взял еще по одному гвоздику для надежности. Это уже будет наверняка. Можно вести метеорологические наблюдения. Опа, плюс 1,5. Ну вот уже более-менее реальная температура. Нагрелась? Да. 20 градусов. Нормальненько. Уже вполне комфортная температура. Горит печурка. Горит печурка. Ну что, друзья, на этом, наверное, сегодняшняя экскурсия на Фазенду подходит к концу. Мне сегодня еще вечером на работу. На этом все. Пока-пока. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. Всем удачи. Увидимся в новых сериях. Может быть, на даче, а может быть, на копе. Как погода. Пока. Я не богат, червонцу рад. Мне нужен клад. А, нет, а, клад.